Не знаю. Ну, вот посмотри, да. Нет, знаю, в принципе. Ну да. Вижу. И пусть Миша посмотрит, почему тебя отдали, а не кого-то. А это, знаешь, там как то ли шаманы, то ли маги там. Ну вот это вот. Главное, да. Главное, да. Это он распорядился. А у него связь с этим кубом была. Угу. Ему гвозди забивали оттуда в голову. Ну, и он в обороте был. Угу. Он не имел своей воли, поэтому он подчинялся. Предательство. А почему получилось взять под контроль, подавить ментально, скажем так, Он мага? сам открылся. Он сам пустил. Почему? Ему что-то пообещали. Ну, глянь, глянь. Что ему обещали? Царство. Власть. Во, смотри. Что за царство власти? Все верно, да? Посмотри на него. На его душу. Ты красно-черный. Если это местный житель, вождь, то какой красно-черный? Ты чего? Душа. Душа, да. Черная с красными вкраплениями. Да, Красно-черный. да, да, он стал. Я не имею в виду, что он именно красно-черный. Ну, то есть не сказал красно-черного цвета. А красно-черным мы называем один персонаж. Ладно, не суть. Ну да, он стал таким. А смотри, всегда ли он был таким? Каким он раньше был? Нет, он был зелено-перламутровый по цвету Да, душа его. магии, да. А что изменилось? Почему цвет поменялся? Начал меняться, когда он на роевую блевотину подсел. Вот что за блевотина, как процесс? Ну вот эта энергетическая блевотина, которую королева всем раздавала. Отрыжка. Отрыжка, да. Ну, впервые, когда он попробовал, то ли она другого качества была, что он блаженство испытывал, поэтому он легко согласился. Как наркотик, знаешь. Он потом был одним из спрутов, или таким, как спрут. О, вот смотри дальше. Его карьера какая. Он, знаешь, как магический кластер держал в руке. А кто раньше магический кластер держал? До него. Да, Димон вроде. Да. А еще? Кем он стал? Ну, помимо этого. У него природа магическая, поэтому он еще и магию, а еще? Ну, наука магия-то. Один хер. Ну, в максимуме он пидорасом стал, ну, да. О чем-то. Да. А кто главный пидорас? Если весь рой здесь, то главный пидорас на планете Земля кто? Да все евреи.
Ну это понятно. А главный-то кто? Главный еврей. Ну кто? Барак Обама. Билли Это Клинтон. уже гадание. Давай снова включай гляделку. Вот, снова этого вождя, снова в рое, смотри, функции. Ты говоришь, как спрут был, да, может быть, в теле спрута был. Как главным спрутом. Естественно, магия он курировал, скажем так. Его статус-то какой? И, соответственно, как результат, если сейчас 80% роя выгрузилось сюда. Потому что иначе им все равно кирдык. И они должны были хоть как-то выжить по кону нашей вселенной. То есть здесь, на нашей планете. А он на этих мышах и мы должен прийти. Ну, по идее, да, но давай отвлекись от этой национальности замечательной. Глобальнее посмотри. Но он выше, чем главный масон. Ротшильд и Рокфеллер это все опилки по сравнению с ним. Да. Не знаю, или я его не ощущаю, что он сейчас здесь. Чуть раньше посмотри. Сила прям звенит даже сейчас. Совсем недавно он был. Бери как запах той планеты и не смотри. Концентрация запаха той планеты на этой планете. Где? Максимальная концентрация силы. Куда ее? One. Да? Дворец почему-то. Угу. Королевская семья. Угу. Он в Баме был, в Короле. Ну, подозреваю, иногда да, несмотря на ориентацию.
Там во дворце по наклонной есть эскалатор. Там комната два этажа. Даже не комната, но помещение два этажа. Там кто-то жил вот именно вот, и вот этой вот запахом воняет с той планеты. На глубоко. Метров может около 200 под землей. И лифт не вертикальный, а такой наклонный, и эскалатор механизированный туда опускался. А на публике этот человек появлялся? Может, появлялся. Я же их не знаю, их не изучал. Вот, посмотри фотку. Скинь, посмотрю. Нет, как фотка. Ты смотри. Редко. Ну, раз он, скажем так, около королевы и был в Рое и сейчас, то, соответственно, персона-то публичная. Не совсем публично. Ну, не совсем, да. Влиятельная больше, чем публично. Да. Он, я с этим, с римским папой его ощущаю. Оттуда идут команды на Да. Ватикан. Да, поскольку планета принадлежит королевишне де-факто. Он свои функции в Рое так и выполняет. Выполнял. Поэтому он и поселился в мокрой Англии, потому что с той планеты В мокрой перекликается Англии, очень. потому что там предательство основное было. И всех предателей потом превозносили в 19 веке. Например, некто Вайсхаупт. Первый раз слышу. Пидорас, который сжег несколько таких же орбитальных, суборбитальных, неважно как это назвать, стратосферных дирижаблей, скажем так, площадок, которые летали на антигравах с пушечками. Это первая линия обороны была. И он сжег несколько. И потом этим именем назвали фирму, которая вот уже 150 лет производит горелки газовые. Ну, это такое оборудование, чтобы поддержать людскую энергию, идею горения, сжигания наших орбитальных вещей. И так далее. Вот такими трюками эти суки предательство оправдывают. Ну и душа Вайсхаупта тоже поддерживается Роем, поддерживалась. Ты засек вот этого персонажа Вайсхаупта? Да, вот еще. Это 150 лет назад, да? 200. Сто пятьдесят уже его, он как бы, ну, наше общество уже резко вдруг из небытия возродилось, уже фотки пошли и так далее. Небольшого роста мужчина с лишним весом, да? Смотри. Что он делал до, непосредственно перед вторжением? Где жил? С кем дружил? Тоже интересная инфа.
Там как агент там был заброшен задолго до вторжения. Стал таковым, да, я бы сказал. Ну, где-то он не внизу ползал. На нормальных таких уровнях взаимодействовал. Но он не был военным, я не вижу его военным тогда. Но где-то около этой сферы он и находился. То ли в службах тыла, то ли в управлениях с гражданской стороны. Не непосредственно объемы, но заведующий сектором обороны. Скажем так, аристократ. Все немножко иначе было. За свои деньги, скажем так, своими ресурсами, там денег таковых не было. Организовывались оборону, военщину, скажем так, управители определенных территорий. Смотри, в какой территории он жил. Где-то север Европы. А почему я о нем знаю? В таких подробностях. Пересекался с ним. Смотри, как когда. Каким образом? Тогда же 200 лет назад. Ну, я имею в виду вот как часто, где там, когда. Каким образом? Это непосредственно командование осуществляло, а он поддержку с гражданской стороны. Ну, в том числе и командование, да. Все то же самое. Что на той планете ты ему доверял, что на этой ты ему доверял. Ну да, есть что-то общее. Зато сейчас перестал резко. Потому что вспомнил. Поэтому и перестал. А так бы этот сценарий они бы не против еще разок развернуть. Хватит, больше не будет такого сценария. Смотри, что я, кто я во время вторжения. Как абордажный спецназ или что-то такое, эти войска назывались. Или абордажники, или что такое. Ну, задачка была в плотном контактном бою захватывать
очень сильно сближаться, захватывать у врага, технику врага и в контактном бою уничтожать. Критически сближаться, нивелируя преимущество дальнобойных орудий. Угу. Все верно. Хорошие термины военные. Ну, я как вижу, борт задействовали. Смотри, как это все выглядело. Ну, выходили, группа рассредотачивалась и пыталась сблизиться через шквальный огонь. 40% сразу сгорало. Ну, 60% входили в ряды врага, разбивая структуру, так сказать, нападение. Как входили-то? Чем? На каких-то лодках летающих. Во, посмотри, какие лодки. Да, платформа с кабинами. Ну, я же сказал, как дирижабли, типа, да. Ну, я не вижу там шариков. Дирижабль — это шарик. А, это платформа на антикрыло, да. Но шарики по контуру были такие. Куполка. Ну, типа паруса, да. И паруса, и силовое поле держали. Вот такое, да. Я что там делаю? Ой-ой. Ну, понятно. Кричал. Команда. Орла понял. Сколько по времени, как? Час 40. Моя функция там была какая? У тебя вообще флагманский был корабль. Я там что делал все-таки? Приказы отдавал, кричал. Ну, то есть А-а-а-а. не рядовой, да? Почему не рядовой? Странный вопрос. Возраст Почему не рядовой? 27. И на флагманском командовал. Ты знаешь, вообще-то на эту должность немного было конкурс небольшой, потому что это смертники, я грубо говоря. И это тоже, да. Это фактически люди, которые, умирая, бросались под ноги врагу, чтобы те долго перелазили через горы трупов. Вот так это выглядело. Да, это тоже. Поэтому там молодые были командующие. Потому что старые уже больше думали мозгами. Но поскольку все знали примерно какой враг у нас был во время первого вторжения от Билиджа, то он все понимали, наверное, что никто не выживет, поэтому неважно, где помрешь, вверху или внизу. Я не готов говорить за всех, кто что понимал. Ну, я понял. Это сейчас просто твое отношение. Чем флагман от не флагмана отличался? Внешний вид, блин. Я параметры тебе могу сказать.
Мощность двигателя 4 раза больше, вес выше, броня выше. Скорость не намного выше стандартных кораблей, но выше, чем стандартные корабли. Просто за счет увеличенной брони потребовалось мощный двигатель. Живучесть корабля выше, чем у стандартного. Ну, это орбитальная крепость, скажем так, обычно. Сколько таких было? 6. А вот из 6 этот чем отличался от других? Внешность? 7 не взлетел. Ну да. Несколько не взлетело. В том числе из-за Вайсхаупта, пидораса. Посмотри на мой. Илья, я не вижу фотографии. Я ж не так информацию, как Мона получаю. Хорошо. У меня, если есть какие-то образы, то они скорее, значит, как общие очертания. Редко там. Если я говорю, что это такого цвета, то я не вижу этот цвет. Мне просто приходит информация, что вот такая цвет. У меня также это обычное мужское, просто я знаю все. Смотри, тем не менее. Узнай. Посмотри снизу на флагман. Он в полете. Снизу это как вытянутая звездная крепость. Да. Именно такая фрактальная фигура. Угу. Лодка и такие вот там зубцы, зубцы, да. Как энергия, да, стекает. Шипы. Да. Как из звезд крепости, только у звезд крепости силовое поле вот так. Ну, в общем, похожее, да. В трюмах запас красной жидкости, которая да, всю силу и давала. И такие же пушечки. Только летающие крепости, да. А вот посмотри снизу-то как выглядит. Что-то изображено, нарисовано, символ. Без фантазии, просто вот, глянь и все. Как крест фрактальный, знаешь. Смотри, смотри. Забудь слово фрактальный. Повторяющийся крест в увеличении и в уменьшении. Это как? А, ты структуру увидел, все там, как силовое поле делается. Именно вот картинка внешне. Это я сейчас минут 20 буду в голове ее картинку собирать. О, как смотришь. Да вот оно приходит, ну вот, ну ё-моё. Ну. Символ Цельнозора? Нет. Ну как? Я поэтому там сказал, вот что без фантазии, чтобы ты не... Я увидел кресты, но это что-то какие-то свастические такие узоры. Смотри, спокойно, ее никто никуда не спешит. Ну просто это важно, иначе бы тебя не мучил. Это деталь, мелочь, но это интересно. Звезда Советского Союза. Ты гадалку включил, ну выключи гадалку. Потому что я не вижу, поэтому гадалка работает. Ты все видишь, ты... И Йода, и все это, все картинки, в принципе, этой ипостаси одного и того же. Сейчас просто увидите, вот, как на материи это было.
Понятно, что ты берешь информацию в чистом виде, как и я, скажем так. И как это на физике, это моно видит это, потому что это мелочи, мы это отсекаем. Ну вот ты тоже можешь увидеть прям картинку. Слушай, я ничего, кроме этих кренделей, не вижу. Эти рунические узоры. Вот чуть сбоку посмотри и все-таки снизу. Сверху, потому что силовое поле, через которое стреляли. А вот сбоку, на нижнюю часть. Ничего сложного, вообще. Ничего не мудря. Ни хрена, я вижу чертеж, и все. Разукрасить я его не могу, Илья. Ну, чертеж хорошо, да. А вот, например, на чертеже нарисовано там, как это выглядит. Посмотри на Мону. Не хочу, я уже не могу. Чуть-чуть словить. Вот чё она так улыбается? Моночка. Она часто улыбается. Редко. Она женщина, редко. Да. Я часто вижу, когда Мона улыбается. Если угадаешь, я тебе покажу картинку. Что там было? Сейчас. Угу. Не то, что угадаешь, если увидишь. Прям то же самое изображение. Почти теми же цветами. Тем же цветом. Я тебе просто покажу этот флагман. Глянул так эти. Что он имеет в виду? Ну. На голове какая-то труха, просто вот стряхни и убери прям рукой. Мешает. Кто накрошил крошек? Ну, кто булку ел надо мной? Ты же тоже много чего крошил головой, поэтому. Сам, да. Вот остатки вражеских структур, информационный мусор-то. Но убрать надо. Смотри, вот он, красивая эта лодка такая. Ты же все уже ее показал. Молот какой-то, Илья. Или топор и молот. Ну смотри, смотри. Че скажи, серп и молот? Ну серп и молот это уже потом видоизменители. Выключай гадалку, выключай. Вот справа у тебя гадалка. Библиотека. Рукой зачерпываешь, выкидываешь, или просто холодишь, выключаешь.
Справа, а не слева. Слева похлопал ты как раз по там, по гляделке. Это чтобы справа ухо вышло. Ага, все, Тик понял. -тик. Раз, раз, раз. Хорошо, отмазался. Если хлопать в правое ухо, то ж наоборот забью глубже. Ну, ухо не обязательно. Ладно, не важно. Я сейчас в интернете буду искать. Что ты будешь искать-то? Флагман с картинкой. Это не интересно. Зато эффективно. Не уверен. Ты прям что, знаешь, что искать? Так она пишет, флагман с картинкой. И я почувствовал. Ну, как-то поисковик должен почувствовать, ему нужно написать. Поэтому что ты будешь искать? Ну, давай пойдем от обратного, да. Что сейчас соответствует этому узору, картинке, неважно, который нужно увидеть на том флагмане? Ну, для начала я все летающие виманы рассмотрю, которые были изображены. И ты долго будешь искать. Да. Угу. Очень. Потому что это вот сторону. Таких виман, которые были изображены, это вот сторону. Нету. Угу. Хотя да, там есть ртуть, правда, красная. Да, она вращалась, но это немножко иначе, там другое вращалось, ну неважно. О, начинаю вспоминать. Со злостью. Ты ж меня ругалась. Да. Нельзя злость да, трансформировать да, в силу. Да, ну тут... Ты уже увидел несколько раз. И вот как... Не хочу видеть. Вот в списке того, что нельзя видеть. Да не то, что не хочу, не пойму. Вот. Я не пойму просто. Что я вижу? Я не могу это... Вот, ты видишь, перевернуть и не можешь понять. Информационное да. поле, да. Как будто ты не знаешь, что такое яблоко. Вот видишь круглое, как описать, не знаешь, что это яблоко. Понимаешь, на фотке ты яблоко увидел. Ты не знаешь, что это. Может звезды, может кометы. Начну задавать уточняющие вопросы, начну подсказывать. Нет, просто смотри. Вот этот дирижабль, летающая платформа. Вот снизу какой она форма. Смотри сбоку. В какой-то части, спереди, середине, сзади, какой формы, какого цвета. Вот так себе вопросы позадавай. Я ж упертый, я тебя домучаю. Я зверька загонял в лабиринте. А уж тебя-то вообще. Ну да, его ты больше недели там гонял. Снизу как синее поле, если смотреть сбоку. Так. Борта у платформы с отрицательным уклоном. Так. Понял, вовнутрь. Цвет уже увидел. Ну, ладья, летающий корабль. Хер ли тут. Да, только борта вот так, а не вот так. Вот так борта. Чтоб силовое поле, как у крепостей звезд, тоже под таким же углом примерно, да. Почему и первые линкоры были да. военные да. корабли такие, хотя это... Носы такие да, не да, вот. Да. Потому что на них были, это допотопные, на них были силовые поля, потом все демонтировали, да. Но они еще были допотопными. Хотя это на мореходные свойства, мягко говоря, не очень хорошо влияет. Угол должен быть другим. Да. Чтобы волны разбивать, а он для других целей был сделан.
Так, цвет ты вроде сказал, да? Борта, как знаешь, как то ли красное золото, то ли медь такая начищенная. Ну, Мон уже начала ржать, все. Она перед этим сидела, слезки роняла, ты не видел. Голубой. Что-то. Голубой и золото. А теперь набирай в поисковике Air Force One. Трамповский. Сейчас я наберу. Обувь. Вот пришли, если найдешь, потому Трамп. что я... Да, потому что у меня кроссовки вываливаются. Угу. Air Force One, самолет. United States. Угу. Ну, этот американский матрас звездно-полосатый. Да нет, смотри, голубой раз. Эмблема, Активненький. наверное, надо нажать, да? Он между эмблемой и А крылом. пришли его. И А пришли. крылом. А. Ищу. Ищу. Вот в самом начале я увидел его. Вот. Красно-золотой. Да, золотой. Ну, пришли, присылаю. В чат скинули. Скинул. Другой Air Force был другим. Я тут тоже скошенный, голубой. И снизу белая такая золотая полоса. Как отличие флагмана. Совпадение бывает. Самолет. Я эмблему хочу рассмотреть. Да эмблема американская, ладно. Я про линию и цвета. Совпадение, совпадающее.